Я знал, что ты будешь нам полезен с того момента, как Джейми привел тебя. Спасибо, что достал эти записи. Даже и не знаю, кому еще я мог доверить это дело. Без сомнения, они пригодятся Энрике в ее работе, а она занимается одной из главных задач АДБ. Уверен, она тебе все расскажет, когда мы вернемся в Нью-Йорк, но будь осторожен, Фишер. Я хочу, чтобы она была работоспособна. Всем привет, с вами Фариот, и мы проходим Splinter Cell Double Agent, шестую миссию. Вот, возвращаемся в Нью-Йорк после шанхайской гостиницы. Но мне нам нужно работать будет под прикрытием, как обычно. Нас встречает тут вот Ламберт на своем американском Крайслере. Такое интересное тоже вступление в эту миссию будет. Напичкана вся игра рекламой. Телефон Nokia вон. Вот и ты, Сэм. Ты очень рискуешь, находясь здесь сейчас. Это необходимо. Твой имплантант не работает, а эта информация не ждет. Мы нашли Рублев. На нем тренируются люди Масуда. Добавь к этому тот факт, что образец из Шанхая оказался красной ртутью. Я должен закатить гранату под стол переговоров? Нет, если ты уберешь Эмиля, мы рискуем потерять Масуда и Такфира. А нам нужно взять их всех вместе. Жаль. У твоего приятеля Эмиля есть все для создания бомбы. У его друга Масуда есть танкер для ее доставки. Мы же должны ждать, пока все части головоломки соберутся вместе. Он мне неприятель. Рад это слышать, потому что иногда мне кажется, что я больше не твой друг. Нужно, чтобы ты проник в его кабинет и раздобыл информацию о том, над чем он работает. Идет. Обещаю, я не оставлю тебя без поддержки. Ну что ж, вот начнем, пожалуй, мы действовать сейчас в нашей штаб-квартире АДБ. Вот, где нам тут, как всегда, надо быть кучу сведений. Полезные они или не полезные. По заключению игры, конечно же, решайте сами. Так, в общем, выходим из запрещенной зоны. Будьте быстрые, аккуратно, чтобы вас те двое не заметили. Вот ты где. Вот ты где. Обычно мне не приходится разыскивать мужчин. И что? Да ничего. Пойдем, не хочу вот попросить тебя собрать несколько дней. Вот ты где, вот ты где. Два раза повторила. Вот я где, вот я где. Чуть не забыла. Помнишь нашего пилота, Снеговски? Ему не повезло. Если ты перенесешь его труп из лазарета вниз в котельную, я буду очень признательна. Расплюнуть. Если бы ты взялся, было бы здорово. Голос у меня это Энрике, конечно, прикалывает. Нашу переводчицу, да. Если ты перенесешь труп пилота в котельную, ну и труп. Не забудь только еще что-нибудь у него из кармана вытащить, да, что-нибудь в этом роде. И спокойным голоском. Но все же главное это собрать мины. Они понадобятся Эмилю для его путешествия в Киншасу. Если бы ты этим занялся, ты бы меня очень выручил. Я очень тронут. Такое избитое клише. Спасибо. Использовать Double Agent. Среди таких мужланов обязательно найдется одна женщина. Куда же без женщин в такой организации, с таким голоском, лебединым. Мне пора. Эмиль ждет меня в своем офисе. Постараюсь вернуться быстрее. Я сделаю все, что смогу. Уверена, так, ну нам сейчас надо будет записать голоса, зафигачить мины вот эти вот. Очень, кстати, скажу я, нудное занятие это. Сейчас пока одну или две бомбочки ставлю. Спасибо. И мы сейчас будем послушивать. Эмиль, я как раз шла в твой кабинет. Не надо, как там мины? Фишер их доделывает. Надеюсь, у него твердая рука. Я тоже. Вот что, ты уверен, послушаем. Что мы именно так? Да, мы должны заявить о себе всему миру. Но мы можем проверить детонатор и не убивая этих людей. Позже мы убьем много больше. Поверь мне, их жертва не будет напрасной.
А если бомба не взорвется, то мне придется убить кое-кого вместо них. Ты меня понимаешь? Да, Эмиль. Хорошая девочка. Так, суд, в общем. С тобой сейчас будем доделывать эту рутинную супер работу. На самом деле, если честно говоря, я перемотал этот момент, чтобы вы так не скучали, да и мне тоже не особо скучно не было. Вот. Довольно-таки легкое занятие. Я думаю, ни у кого проблем с этим не будет. Так, ну что ж. Кстати, в каждый раз, когда будем присутствовать в квартире АДБ, надо будет постоянно проводить. Наверное, опять где-то дрыхнет. Вот я ему пулю так, заперебивал. Мозг. 5 баксов сказал, что он прячется в сортире. Это самое. В общем, идем в сортир сейчас послушать мозг и его голос тоже записать. В общем, каждый раз, когда будем возвращаться в АДБ, там надо будет выполнять постоянно одни и те же задания. Старые, вот, когда вы помните, классовые препятствия проходили. Упражняться с настрельбище. Правда, как-то усложняют постоянно это. Запалил в толчке сидит бедный. У него, наверное, был запор. Как только мосс услышал, наверное, там вообще просто днище сорвало. У тебя 5 секунд, чтобы вернуться на свой пост. Или я тебе закачу свинцовую клизму. Понял меня? Есть. Ну, в общем, жмура этого сейчас надо отнести в котельню. Этот наш верзила тут на всех просто уже, наверное, всех уже бесит, весь свой коллектив. Хотя для управления людьми и держания их страхи, наверное, такой и нужен, такой организации. Против такого бычка не каждый попереть отважится. Ну, естественно, кроме Фишера. Так, в общем, тут у нас котельня расположена. Тут уже какой-то один жмур валяется вон, рядом с мусорками. Прикольно они тут к рупакам относятся. В общем, грязную работку мы такую приятную выполнили. Не знаю, я... Сложно кого-то попросить, блин, взять носилки и отнести его туда вдвоем. Мне надо на горбун своем тащить. Что потом с этим трупаками делать, интересно, они будут. Ну ладно. Ставим это на их. Я вот, кстати, заметил, блин, что чем дальше прохожу я Double Agent, тем он все глючнее и глючнее становится. Считай, день прошел удачно. Это точно. Продолжай думать так же, пока мы не закончим работу, слышишь? Так, в общем, сейчас пройдем в очередной раз. Полосу препятствий. Я не знаю, надеюсь, вы меня за это ругать не будете, но я решил просто записать ее. Хотя это все одно и то же, мы это уже видели. Ну, как элемент просто прохождения, пускай будет. Скажем так, он немножко не то чтобы усложнен, немножко по-другому. Здесь лазер по-другому он высвечивается, нежели в первой части. Ну, естественно, с каждым разом, с каждой новой АДБ штаб-квартирой частью будут давать все меньше и меньше времени на выполнение всех этих вещей. Но на самом деле даже рейтинг за них не отнимется, если вы решите не делать вот эту вот штуку-дрюку заново.
там ничего вам за это не будет. Тут вообще за выполнение задач, я так понял, ну, не главных, а вот таких второстепенных, рейтинг не снимается, скрытность. Так что можете спокойно действовать. И без этой вот штуки-дрюки, как я уже сказал. Так, вот я тут попарился, да, тут два лазера одновременно пустили, как от них укрываться. Я так прям тут озадаченно на это дело посмотрел. Решил дерзнуть. И потом развернулся, пошел обратно. Но все на самом деле намного проще, чем кажется. Она когда обратно поедет, надо будет просто перепрыгнуть ее и все. Даже пробовал задержаться ногами, но на сетку почему-то не хочет вставать. Почему так вот перепрыгиваем ее и проходим спокойненько дальше. Я вот, кстати, блин, тут решил проблему, знаете, с чем? Вот с колесиками, с этими. Ну, сейчас увидите в сейфе, который крутится колесики. Это вот мини-игра, блин. У меня бывает иногда она не крутится, блин. Я думаю, что за фигня? Какого черта это так происходит? А оказывается, все дело в том, насколько у вас передача скорости вашей включена. То есть, если вы быстро идете там, да, колесиком, мышки там вверх покрутите, то, соответственно, она заработает. Также она, в общем, отвечает за кручение этих колесиков. Если же у вас все там на самый минимум стоит, да, то есть колесико в самый низ выкручено, чтобы там он самое тихое передвижение свое включал. В общем, крутиться не будет сейф. Вот в этом, в общем, бред. В общем, мне кажется, разработчики провафлили этот момент, но вы знаете, что... Ну, если мало ли кто не знал. Я тоже, честно говоря, до сих пор вот играл сколько раз в эту игру. Никогда. У меня раньше такая была штука-дрюк, что вот, грубо говоря, что я уже много раз сказал штука-дрюк. В общем, у меня много раз была такая фигня, что это самое. Я приходилось перезагружаться и не понимал на основании чего, просто вот эти вот колеса, которые мы сейчас прокрутили, не крутятся просто. Что за фигня была? Ну вот потом. Это в самом конце только допетлил, блин. Ну это вот на самом деле называется без бутылки не разберешься. Так, сейчас мы постреляем из нашей винтовочки крутой. И на этом первая часть закончится. Вот, надо уже здесь набрать 92 очка. И, кстати, тоже, кто не знал, старайтесь задерживать дыхание перед каждым выстрелом, чтобы он поточнее бил. Ну, во-первых, исключит промах. Потому что иногда бывает то, что перепыхается прицел. Просто элементарно можно промахнуться. На вот, второй уже раз, когда будете проходить, старайтесь все-таки бить по центру. Очков больше наберете и вообще проще будет. Я, ты стреляешь лучше, чем босс. Только я тебе этого не говорю. Так, ну, в общем, заканчиваем. Иду потихонечку. Достреляли вот обойму. Ну и на этом, в общем, я пока закончу. Прощаюсь со всеми. До свидания.